Как сделать, чтобы Алиса ставила на охрану шлюз от Xiaomi второго поколения? Нам понадобится вот такое вот реле Midja. Данное реле видно в приложении Mi Home, и также оно участвует в сценариях для условия. Зайдем в приложение Mi Home и создадим новый сценарий. Условие будет такое: если реле будет выключено, то шлюз ставится на охрану. И второе условие будет наоборот. Если реле будет включено, то шлюз снимается с охраны. Далее зайдем в наше устройство в приложении Яндекс. У меня уже сценарий такой стоит. Называется он «Я ушел». В нем есть свет, которым я управляю в зале. Это и есть мое реле. И если я скажу: «Алиса, я ушел». Я выключила все электроприборы и поставила дом под охрану. До скорой встречи. И также снимется с охраны, если я скажу: «Алиса, включи свет». Подписывайся и ставь лайк.